залог бесперебойной работы теплоэнергетического комплекса в отопительном сезоне – своевременный ремонт, а в некоторых случаях полная модернизация и строительство новых котельных. Особенно это актуально для муниципалитетов. Наша съемочная группа побывала в Шумерле. Вопрос ремонта котельных для шумерлинцев был актуален много лет. Имеющиеся котельные, а их в городе 15, были введены в эксплуатацию в начале 70-х годов и давно отслужили свое. Часть котельных находится в довольно-таки плачевном состоянии, включая сети магистральные и теплоснабжение, и горячего водоснабжения. В этом году, с прошлого года, построено уже и введены в действие 3 котельных в прошлом году. И в 2019 году вот у нас запустили вот в октябре месяце 3 новых блочных котельных, которые обеспечат более 70% населения нашего города. Как показывает практика, строительство и монтаж новой котельной в среднем занимает порядка 2 недель. К тому же современные котельные полностью автоматизированы. В блоке управления предусмотрены все возможные внештатные ситуации. О них котельная сообщит, позвонив или отправив сообщение на закрепленный номер телефона. На сегодняшний день сотрудниками ГУП «Чувашгаз» осуществляется регулировка домов, то есть регулировка гидравлических режимов на тепловых сетях, на сетях ГВС. В связи с этим возможны перебои в части горячего водоснабжения, поскольку по отоплению у нас проблем не возникает. По программе модернизации, действующей до 2020 года, на территории Шумерли планируется реконструировать межквартальные тепловые сети и заменить еще 6 тепловых котельных. Богдана Дойникова, Валерий Рюзюков, Республика.